Всем привет, и это снова с вами канал Алгейм, и мы продолжаем дальше проходить игру. Мы уже на 9 уровне. Игра у нас «Приключения кота Бублика». Очень увлекательная игра, интересная. Так что советую вам всем поиграть в нее. Ну и так, начинаем. 9 уровень, нажимаем «Играть». И ждем, пока игра загрузится. Этот котик. Так, и что там у нас новое, хорошее, интересное? Есть 47 этих, как сказать правильно, шариков. И так, вот желтый, поехали. Отлично, поехали дальше. Вот синий, поехали дальше. Так, желтый, желтый, желтый. Не вижу желтый, вот этот. Так, бросаем сюда. Так, зеленый у нас есть. Зеленый наш, вот он, зеленый. И красный. Красный куда же было лучше вот его засунуть, я вот сам не знаю. Если честно, я вот его брошу вот сюда. Не знаю почему, но просто мне что-то захотелось туда его бросить. Итак, поехали. Этот тоже сюда нужно забросить. Вот сюда его бросаем. Да, у нас дальше идет зеленый. Зеленый мы не бросим зеленый, а бросим красный, потому что вот у нас зеленый. Еще раз красный пойдет, да? Окей. Нет, давай, красный нам. И мы красный бросаем сюда. Так, какой наш дальше идет? Синий. А синим как бы, синим, чтобы с синим сделать? Ладно, бросаем его, наверное, вот. И сюда не бросишь, и туда не бросишь. Ладно, бросаем сюда. Есть. Дальше зеленый у нас идет. Зеленый мы бросаем вот сюда. И опять желтый у нас идет. Желтый бросаем вот сюда. И красный. Красный бросаем вот сюда его. Что у нас? Опять желтый. Окей, тогда мы бросаем сюда синий. Так, теперь у нас желтый. Желтый мы бросим. Даже его бросим. А, вот я понял. Вот сюда бросаем. Смотрите, как хорошо. Да? И теперь зеленый сюда бросаем. И опять синий у нас. Вот плохо, что вот мы не можем достать там к одной точке. Не можем достать. Ладно, бросаем тогда вот этот сюда. Итак, зеленый у нас. Ладно, зеленый сюда тогда бросаем. И синий. Синий. Так, бросаем сюда его. Это очень хорошо. У нас уже есть одна звезда. Дальше желтый пойдет. Так, синий. Опять синий. Который же синий бросить. Ладно, бросаем сюда тогда его. А что поделаешь? Синий идет, опять синий. Куда же тебя... А, вот, смотрите, вот сюда бросаем. И у нас желтый. Ладно, желтый сюда бросаем. Синий нам уже не подходит. Ладно, меняем. Меняем цвет на красный. Вот у нас такая функция открылась. Так, хорошо. Идем дальше. Так, еще нам нужно 4 звезды. Вот, сейчас будет так. Еще 2. Если отбить ее или не получится, а? Блин, ладно, наверное. А, вот такой 2 звезды будет. Есть, ура! Ура, радуемся, мы уровень походу пройдем. Да, прошли, мы набрали 1 звезду, и еще у нас может быть и 2. Сейчас мы проверим, да, есть 2. И у нас еще в мешке есть 21 шарик. Может, будет такое, что мы наберем 3 звезды. А это, если 3 звезды, это у нас 5 баллов. Что очень хорошо. Так, сейчас смотрим, что у нас там получается. Есть! Мы прошли на 3 звезды. Я очень доволен. И советую вам сыграть, набрать тоже. И я набрал 3 звезды. Уровень пройден. Итак, уровень 9 пройден. Твой счет 80 тысяч набрали. Нормально. Так, нажимаем клавишу продолжить. И вот и все. Мы, можно сказать, прошли свое 9 уровень. У нас дальше идет 10 уровень. Так что всем спасибо. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи. Пока.